Вы смотрите новости день за днем. В студии работает Олег Соловьев. Здравствуйте. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. Город прекрасный, уютный. Видно, что о нем заботятся. Это здорово. Люди улыбчивые. Десногорск встретил детский киномай. Когда я пою эту песню, я проживаю историю, что кони сначала ходили, они хотели пить, а воды не было. В городе прошел фестиваль-конкурс «Музыкальная семья 2019». Соревнования по дзюдо среди юных спортсменов в Десногорске. Губернатор Смоленской области Алексей Островский знакомился с социальными объектами Катыни. Глава региона посетил Катынскую врачебную амбулаторию, которая была открыта в 1980 году. Несмотря на то, что ремонт не проводился более 20 лет, амбулатория продолжает оказывать помощь 7 тысячам человек, среди которых 1500 детей. Кроме этого, Алексей Островский побывал в техникуме отраслевых технологий в поселке Авторемзавод Катынского поселения. Актовый зал образовательного учреждения давно нуждается в реконструкции. На модернизацию этих объектов глава распорядился выделить необходимые денежные средства в самое ближайшее время. 17 мая в Центре культуры и молодежной политики Десногорска впервые состоялся детский киномай. На встрече с актерами театра и кино Андреем Носковым и Анной Курковой, астрологом Тамарой Глоба, художником анимационных фильмов Мариной Курчевской и писателем Анной Трескуновой побывала и наша съемочная группа. Благотворительный фонд помощи детям «Детский киномай» делает все, чтобы в майские дни ребята узнали как можно больше о кино, чтобы дети смогли посмотреть хорошие фильмы, встретиться с актерами, режиссерами, писателями и журналистами, которых до этого видели только по телевизору. В этом году киномай во главе с президентом фонда Лидией Евтушенко приехал и в Десногорск. Мы постараемся вас всех как бы порадовать своим творчеством, своим обаянием, потому что у нас каждый из них очень обаятельный человек. С ответным словом выступил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Он поблагодарил от лица мэра звездную команду за приезд. Особая благодарность прозвучала и в адрес депутата Государственной Думы Ольги Окуневой, которая познакомила и подружила киномай с Десногорском. Открывала 11-й киномай артистка театра и кино Анна Куркова. Красивая и талантливая девушка исполнила известные многим песни и поучаствовала в интересном конкурсе комплиментов. Десногорские джентльмены, разумеется, отличились, и от желающих принять участие в конкурсе не было отбоя. Самый красноречивый участник получил звездный автограф Анны. А вы можете повторить его комплимент? Про голубые глаза. Про глаза, потому что глаза – это зеркало души. Много веселых загадок для детей и взрослых прозвучало в тот день со сцены. Ребята с большим удовольствием играли в игру «Помогатор». Отличились на фестивале и взрослые, которые с детским задором танцевали на сцене. Известный астролог Тамара Глоба составила астрологический прогноз города. Она с удовольствием рассказала жителям Десногорска о предстоящих переменах. Самая интересная перемена начнется здесь через 2 года. Я думаю, что как раз через 1,5 и 2 года пойдет период, который выведет город на новый уровень. Режиссер и писатель Анна Трескунова покорила десногорского зрителя своей женственностью и обаянием. Девушка пишет для взрослых и детей, поэтому легко подобрала ключик к сердцам и тех, и других. Журналист Ирина Милетина пригласила всех десногорцев на свои мастер-классы и семинары. Актер театра и кино Андрей Носков в жизни оказался таким же харизматичным и веселым, как и его герои многочисленных сериалов. Тут-то и дарите ему благую весть. И говорите ему: нет, зритель, ты не дурак. Киномай в Десногорске был ярким и познавательным. Отметили гостеприимство города и звездные гости. Люди открыты, они хотят жить, хотят впитывать информацию, поэтому нам сегодня было легко выступать. И я надеюсь, что это будет не последний раз, так что увидимся. Киномай и его звездный состав после фестиваля многочисленных мастер-классов уехали радовать своей программой других города России. Они уехали, но обещали обязательно вернуться. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Уровень безработицы на Смоленщине находится на самом низком за последние несколько лет значении.
Об этом рассказали на совещании в областной администрации. На начало года в службе занятости региона было зарегистрировано 5,5 тысяч смолян, а это на 7% меньше, чем годом ранее. Также снизился уровень безработицы, который считается по методике Международной организации труда. Самые востребованные профессии области – это водители, электромонтеры, сантехники, фельдшеры, воспитатели и механики. Специалистов этих профессий региону катастрофически не хватает. Кроме этого, была затронута тема профессионального переобучения для людей предпенсионного возраста. В 2019 году на эти цели было выделено более 24 миллионов рублей бюджетных денег. Учить людей старшего поколения будет Департамент государственной службы занятости. 18 мая в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки состоялись конкурсные прослушивания музыкально одаренных семей. Принять участие в открытом областном фестивале приехали гости из Рославля, Печерска, Верхнеднепровска и других уголков региона. Подробности в сюжете. Преодолев волнение, участники конкурса показали зрителям свои музыкальные таланты. Родители выходили на сцену поддержать своих талантливых детей, чтобы научиться лучше их понимать и стать для них настоящим другом. Первыми на сцене выступили участники из Десногорска. Руководитель отделения фортепиано Анна Новикова с дочерью Екатериной Шишковой. Следующими продемонстрировали свой музыкальный талант струнный дуэт сестер Софии Устюговой и Анастасии Лещиковой. Девочки блестяще исполнили словацкую польку, поддержали духовную волну фестиваля и порадовали зрителей своим выступлением начинающие исполнители – семья Захариных, мама Ксения и сын Али. Свое выступление они посвятили непобедимой стране. Следующий номер стал примером гармонии и взаимной поддержки – лаконичный и изящный дуэт сестер из большой и дружной семьи Гаврюсевых. Кира и Кристина исполнили арию Иоганна Себастьяна Баха. Не пожалели выходного дня и приехали на фестиваль брат и сестра Иван и Янина Войтенко из Верхнеднепровского Драгобужского района. Творческий дуэт гостей сыграл на фортепиано турецкий марш. Далее эстафету выступлений переняли гости из Ельни – мама Елена, сын Алексей и дочь Дарья. Семья из Ельни является образцовым примером сохранения традиций фольклорного искусства. Выступаем уже с этим номером второй раз, и движение поставили новое. Мне нравится выступать, потому что со мной семья моя. С большим удовольствием в конкурсе приняли участие настоящие хранители семейных ценностей – семья Шилиных, сестры Лилия, Татьяна и брат Михаил. Продемонстрировать свой талант приехали и гости из Рославля, постоянные участники этого фестиваля – отец и сын Солошенко. Под гитару они спели известную песню из кинофильма «Бумбараш» «Ходят кони». Образцовым примером любви и дружбы всех членов семьи стало выступление квинтета Прокопьевых. Последним музыкальным подарком фестиваля было трио из Печерска «Семья Стрихниных». Плясовой песней «По сеням да по синюшкам» они зарядили всех присутствующих положительными эмоциями. Чувствовалась отдача от зала. Знаете, когда мурашки по коже. У меня есть примета. Да. Когда вот зал, вот, ну, коснулся это зала, мурашки бегут. Вот на самом деле. После того, как все команды-участники продемонстрировали свои таланты, жюри во главе с председателем, директором Десногорской детской музыкальной школы Ириной Прудниковой, вынесло свой вердикт. И лучшими, по мнению многоуважаемого жюри, стали отец и сын Солошенко из Рославля. Когда я пою эту песню, я проживаю историю, что кони сначала ходили, они хотели пить, а воды не было. И один конь спрыгнул и утонул. В конкурсе «Музыкальная семья 2019» Солошенко заслуженно заняли первое место. И после того, как все участники фестиваля получили дипломы и заслуженные награды, общее фото на память завершило этот волшебный музыкальный праздник. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Отсутствие широкого ассортимента продукции современных овощехранилищ не позволяет смоленским фермерам выйти в прибыль. И это несмотря на достойные показатели производства овощей и картофеля. В нынешних условиях оптовым покупателям проще сотрудничать с перекупщиками, которые, в свою очередь, покупают продукцию у тех же фермерских хозяйств.
Коммерсанты предоставляют не только значительно более широкий ассортимент продукции, но и могут предложить более гибкие финансовые условия на отдельные товары. В департаменте по сельскому хозяйству Смоленской области о трудностях знают. Фермерам готовы возместить до 20% стоимости строительства овощехранилищ, а также предлагается объединяться в кооперативы. В пожарах на Смоленщине с начала года спасателям удалось спасти 88 потерпевших. Жертвами происшествий стали 29 человек. Это на треть меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные своей работы за 4 месяца текущего года обнародовала МЧС Смоленского региона. Наибольшее число пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования. Также в списке частых причин происшествий – неосторожное обращение с огнем при курении. Всего же с начала года на Смоленщине зарегистрировано около 3000 пожаров. Открытое первенство Десногорской спортивной школы по дзюдо привлекло внимание юных спортсменов и поклонников этого олимпийского вида спорта. Подробности в сюжете. День Победы празднуется 9 мая, но его дух и идеология для многих становятся настоящим жизненным кредо. Быть сильным, стойким и не поставать перед опасностью – черты характера, которыми мог похвастаться каждый участник этих соревнований. 17 мая на первенство Десногорской спортивной школы по дзюдо, посвященному Дню Победы, в дружеском спортивном бою встретились спортсмены Десногорска и Рославля. Мы должны передавать из поколения в поколение. Должны чтить наших ветеранов. Должны чтить этот подвиг. Этот праздник должен остаться в наших сердцах на веках. Спортивные навыки и технику показали более 40 спортсменов 2009-2011 годов рождения. Эффектные броски и болевые приемы сопровождались радостью победы, а где-то и горечью поражения. Представители различных весовых категорий ловко и сознанием дела отрабатывали приемы на своих соперниках. Кроме юношей, в соревнованиях принимали участие девочки, воля к победе и стойкость которых будет примером для многих мальчишек. По окончании соревнований участники и победители получили памятные подарки. Несмотря на свои результаты, все участники покинули соревнования с улыбкой и хорошим настроением. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Кулинарные шедевры от рестораторов кухни народов мира и музыкальные шоу – это не полная программа дня первого гастрономического фестиваля «Сметанина Фест», который прошел в деревне Сметанина 19 мая. Главным событием праздника стало приготовление огромной яичницы, которую внесли в Книгу рекордов России. Для этого повара вручную разбили 7000 яиц в канистры, а после вылили смесь из желтков и белков на большую сковороду и запекли, помешивая деревянными лопатами. Попробовать рекордное блюдо смогли все желающие. И в конце выпуска о погоде. В Десногорске 21 мая ясно и солнечно, днем плюс 22, ночью около плюс 12. Больше интересного на нашем сайте desna-tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!